Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть Растения против зомби 3. Так, у нас с тобой третий день. И нам, да, нам нужно два билета. Два билетика нам надо. Ну что ж, друзья мои, один билет мы в прошлой серии выбили. Насколько я помню, нам нужно здесь выбить. Наверное, так. Ага, идет. А он утонет, интересно, зомби там? В воде ходит. А в чем прикол? Ну ладно, допустим. Поставлю сюда. А, он в воде, ребят, очень медленно идет. Очень медленно идет в воде. Так. Тонкий намек на большие, ребята, обстоятельства. Что мне надо? Как можно быстрее бунт? Че я? Ну, солнышки мои. Давай вот так вот сделаем. Он же в воде. На, гумплен. Так, мне нужно, ребята. Ну, ты стрелять будешь или нет? Хорош. Так, ему по делам. Блин, ребят, я не успею. Я могу сюда поставить. А как же так-то? Ну, блин. Как же так-то, ребятушки, а? Мне не нравится вот этот расклад. Ой, как мне не нравится. Ну, да я прикрою, конечно, задницу здесь себе вот таким вот образом. Но это пока. А дальше-то как? Надо солнышек больше, ребят. Надо больше солнышек. Только так мы с тобой сможем здесь. Хорош. Этот парень бодрый, но медленный. Так, финальная волна. Финальная волна, друзья мои. Виноградинка, ты поспевать собираешься, а? Ты поспевать собираешься или нет сегодня? Есть. Так, ребята, все... А, нет, не все. Куда я влепил, блин? Вся надежда на виноград. Красота, вы серьезно? Вау, 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 вау. Ты глянь, что происходит, ребята. Виноградина. Есть, спасибо тебе большое. Надеюсь. Я вот сюда поставлю его. Ать, хорош. Но не тут-то было, парень. Не тут-то было. Он уже бежит с распростертыми объятиями, со своим зомби-хваткой. Хочет Рэйчик схватить. Но ха-ха. У нас есть братки-орешки, которые... Ты сам понимаешь. Крепкие орешки. Их ты фиг так расколешь. Прекрасно, друзья мои. Прекрасно. Ну что, вот мы с тобой и добыли второй билетик. Сейчас мы будем с тобой что-то здесь делать. Нам надо было два. Ну, что тут? Что ты будешь делать? А, вы все сюда? Аквариум тут, все дела у них. Смотри, какая красота! Угу. Замботу это не понравится, наверное, да? О, нет, что-то опять ему не хватает, блин. Чего ему опять не хватает? Дэйв, что опять тебе там не нравится? Ребята, на этом дереве растут тако. Прикинь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам дают с тобой орехи и нам дают с тобой заморозку. И ограниченную территорию, как всегда, друзья мои. Так, тут грабли. Блин. Incoming. Слушай, ну здесь, ладно, здесь он отгребет, одним словом. Блин, жалко, здесь нельзя их прокачивать. Ну, он подбился, да.
Что там за вой? Волчий вой. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Давай, 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 родные мои, ну. Давай, вылупляй, блин, солнышко. Так, здесь этот мелкий Квазимодыч идет. Блин, вот тут у нас нету прикрытия. Надо их бомбануть, друзья мои. Двоих, красавчик. Оу! Нет, подожди. Теперь наверху не хватает. Но там в любом случае нужно прикрываться орехом, ребят. И я боюсь даже не орехом. Не орехом, друзья мои. Или орехом все-таки. Да какое, блин, я еще не созрел. Блин. Ай. Хитрец, на воду захотел. Не получится на воду, ребят. Мне пришлось так сделать. Ребята, не было другого варианта. Ну, просто не было. Так, это еще не последняя волна, еще к тому же. Ё-моё. Но этих-то даванет. Блин, он даванет только одного. Орех! Ой, слава тебе, как говорится. Виноградина. Слава виноградине. Но мы-то ждем, ребята, еще сейчас будет. Ты же понимаешь, что это только... только начало. Вот она, последняя волна. Давай вот так вот, наверное, сделаем. Сюда бы орех, конечно, бы не помешало бы поставить. Вот так вот. Более-менее спокоен. Более-менее, ребят, спокоен. Сделаем еще, наверное, вот так вот с тобой. Прекрасно. И запинали. Блин, жалко, конечно, что мы с тобой потратили один из скиллов. Но там такая ситуация, ребята, была, что никак нельзя было. Ну, никак нельзя было. Опа, ланчбокс получаем. Спасибо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, смотрим. Ну, это понятно, 30 минут. Без лимитки, так скажем. А мне еще немножечко, да, осталось? В плане плей, дайте мне это-то. Не понял. Мне нужно было одно тако. Я его сделал. Какого? Или это вы мне дали ланчбокс, блин? Смотри, какое ограничение, ребята. Я без солнца. Как? А, у меня 70 этих. Слушай, я думаю, тут сейчас будет заваруха, ё-моё. Что-то такое ощущение, что... что сейчас что-то будет. И очень нехорошее, друзья мои. А, тут солнышки падают еще. Ну ладно, хорошо. Но тут еще нужно каждого прикрыть. Мелкого на раз. Просто сносят корешки. Они меня решили затравить, что ли? Ну я вот так поставлю сюда тогда бонг чой, пускай на всякий случай стоит здесь, ребят. Прикрывает нас. Верно? Верно.
Ведь не зря же сюда дали ребята кабачки. Не зря дали кабачки сюда. Нормально. Нормуль. Меня такой расклад устраивает. Даем им прикурить. Только радоваться, мне кажется, рановато. Хорошо, вода их... Блин, я не пойму, вода их замедляет или нет? О, виноградинка, виноградинка. Так, финальная волна, ребят. Финальная волна. Хорош, красиво. Такая артиллерия. Бомбашит по ним. Ой. Ребята, тут зомби с ведром. Тут зомби с ведром. Хотя сейчас эти по залпу сделают, и никакого ведра тут не будет. Есть. Правильно, Дэйв тоже посмеялся над этими голодранцами. Так и надо. Так и надо, друзья мои. Да вы серьезно, что ли? Опять ланчбокс? То, что замораживающий перчик дали, это хорошо. А билетик-то вы мне дадите? Мне билетик нужен. Так, билет. Чтобы... чтобы что? Есть. Так. И что же... А, им нужно было пугало, понимаешь ли. Вот я вот такой, наверное, да? Да, возьмем, наверное, нашего вспышечку нашу. О, так-то будет лучше. Некоторое время спустя. Довольные. Что там опять? Что там в кустах зашевелилось? Просто белка. Он там бедный уже наложил штаны, Дэйв-то. Так, только не говори, что мы сейчас для белки еще должны что-то поставить. Да, друзья мои, мы должны для белки... Так. Починить сирену для... Ну, от зомби. И Squirrel Batch построить. Так, ну, нам нужно сирену поставить. Но я так понимаю, будет предупреждать, типа, когда зомби на нас бегут, да? Чтобы Дэйв, как обычно, не проспал все это. О, смотри, как классно. Смотри, как крутенько. Так, ну, естественно, ребят, начинаем с подсолнухов. Так, у нас горохострелы, у нас бонг-чой, да? Стоп, 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 стоп. Ядрен матрен. Ядрен матрен. А чё так? А чё так жестко-то? Подожди, я все-таки. Все-таки вот так сделаю. Там с ведром идет. Том. Блин, ты посмотри, их сколько! Ой, друзья, 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 друзья мои. Ну, у нас есть вот эти шарики. Придется юзать их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Придется так сделать еще, ребят. Может быть, зря, конечно, но... Блин, нужно подсолнух ставить. Да какой еще волна-то? Ну какая волна, блин? Я еще не готов. Я еще не созрел, блин. Пипец, там волна идет, посмотри. А мы этого до сих пор еще не можем разбомбить. Не, шляпника уже наказали.
Ай, виноградина мне нужна, как не знаю что, как манна небесная, блин. Ты посмотри, 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 посмотри. Фу, Бон Чой, ты красавчик. Он справился, друзья мои, а вот здесь-то. Давай вот этого мелкого горохострела поставим сюда. В помощь, так сказать. Еще волна. Вы издеваетесь. Блин, они издеваются. Эх, аж глаз зачесался от нервов. Мама мия. Ну, 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 нормально. Это же последняя волна, да? Я, наверное, так, ребят, здесь сделаю. Мне кажется, так необходимо. Ой-ой-ой, а вот тут-то, а вот тут-то. Все-таки, ребят, не справился Бонг Чой один. А одного они сожрали, а? Ну ты посмотри, ну, маленького моего Бонг Чоя съели. Ну, прошли главный этап. Все у нас тут шоколадно, гладко. Все превосходно. Так, что будем делать? Сирену будем чинить или будем ставить дерево для белки? Мне кажется, в первую очередь надо поставить сигнализацию. Теперь наш сад будет в безопасности, сказал Дэйв. Опа, ребята, уже и лилии здесь есть. Кувшинки эти. Я понял. А зачем нам лилии? Мне не надо об этом. Так это понятно. А почему на воде именно? Я, например, хотел бы на суше. Почему именно на воде? Тут же и так грабли стоит. Хм. Куда ты? Рэй, блин, ну что ты делаешь? Что ты сделал? Банк, что я сюда-то? Ну зачем он тут нужен? Ну... Блин, так бы не хотелось, конечно, чтобы он трогал ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Как бы мне этого не хотелось. А он, наверное, ее тронет. Нет, не успел. Ой, надо вот сюда. А, так они ноль стоят, ребят. Пью, они... Тут вопрос, вопрос только этого. Скажи мне, я скажу. Блин, вот здесь-то, конечно, я лопухнулся, да? По чернаку причем. Слушай, они что-то нахрапом идут. Блин, у нас и тут нету, и там нету. Еще и с ведром паршивец идет. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас орех-то он съест. Ну что это за плювунчик, блин? Слушай, они очень так быстро едят. Ну, мы справились. Не, это не дело, ребят. Ну, ну что это? Прошли. Хорош. Так, теперь-то мы с тобой возьмем и посадим дерево для белки, для этого бурундучка. Верно? Верно. Так, строим. Я думал, мы дерево посадим. А это какой-то родник. Вот такой меня устраивает. Выглядит красиво.
Так. Что-то им здесь теперь нужно, да? Арку какую-нибудь, наверное, сейчас скажет. Так, им нужно, ребят, сюда что-то поставить. Блин, ребята, два билета нам надо будет. Два билета. Чтобы поставить вход, наверное, такой, чтобы был красивый, типа. Им... Ого. Так. А, мне интересно, откуда сейчас пойдут зомби. По воде? Ну, это прям неожиданно для меня. А что, решили бодро все по воде пойти, что ли? Блин, по воде, вон там еще по суше идет. Не хочу, не хочу тратить. А придется. Я не хочу, чтобы они карамельку эту, карамельки трогали. Не для них я игровой автомат сюда ставил. Вы что делаете? Вот посмотри. Воу-воу, у меня даже кабачка нету. А как я тут буду? Юзать, не юзать, ребят. Не позволю я себе сожрать. Юзаю, ребята. Безвыходная была ситуация. На воду зачем-то наклепал целую кучу. Зачем? Не понимаю. Сейчас волна еще пойдет, ребят. У меня пока на воде более-менее такая, ну... Виноградина созрела. Я бы не знаю, ребят, что бы я без виноградины бы делал, если честно. Погоди, 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 ребят. А ты в курсе, что дело дрянь? Да как тебе там? Прорвемся, прорвемся, друзья мои. Фух. Но ты не забывай, что ты только один билетик мы с тобой добыли. Нам нужно еще один. Ланчбокс. Блин, хотелось музыку послушать, блин, до конца. Все, быстренько этот. Еще нам надо. У нас день этот идет, ребята, до сих пор. Такс. Но, в принципе, нормуль. Нет, не нормуль. Не нормуль. Совсем, ребята, не нормуль. А, ну тут кабачок есть. Ну и где? Откуда пойдут? Я не вижу из-за этого тумана. Вон он, по воде, ребят, идет.
Все равно граблю израсходую, да? И затишье какое-то. Нет, ребята, не затишье, это просто показалось. Мелкий ханорик. Быстрый ходок. Хадюкин! Блин, три волны будет. Ага. А если вот так вот, например, еще сделаю? Ну, заморозочка, чтобы у них была там. Мелко вот этого хмыря сейчас снесем. Мне вот надо на верхнюю, ребята, кого-то поставить. Вот сюда, на верхнюю зону. И вот на эту надо поставить. Обязательно кого-нибудь, потому что... Ну, как пить дать пойдут. Ореха нету у нас здесь. Ореха, друзья мои, у нас тут нету. У нас есть вот помощь конфет. Блин, сюда надо, срочно. Сюда срочно надо. Давай, родной. Офига так, дофига-то. А ну как кабачок. То, что нужно. То, что нужно. То, что доктор прописал. Сюда поставь тобой заморозочку на всякий случай. И виноградина заработала. Вот это хорошо, ребят. Ой, как замечательно. Откуда, куда пойдет третья волна? Откуда? Такой вопрос меня интересует. Понизу идут. Основная масса, ребята, идет понизу. Ага. И поверху. Наверное, это последний зомби. Но самый мощный зомби, это, по-моему, ребята, Гаргантюа, которого мы видели тогда. Он еще мало того, что идет, еще этих своих засранцев мелких сбрасывает. Это, конечно, трэш. Да все, все, все. Отдыхай, парень. Прекрасно. Все великолепно. Ну что, два билета есть. Делаем эту арку. Наверное, да, я так понимаю. Нет жизни. Not life. Но... Давай, 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 не дуркуй. Я думал, что мы... Так, ну, зомбот, зомбос, как всегда, ребят. День третий выполнен. Красота. Опять хотел музыку послушать, не послушал. И что же вы? Нормально, ребят? Устроился тут, понимаешь ли. Интересно, здесь будут боссы? Прикинь, сиди тут. На надувном матрасике, в болоте, в кишащем. Прохлаждается. Нашел себе место, прибежище. Не, ребят, так дело не пойдет. Его надо оттуда выгонять. Чистая вода. Здоровски. Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал, ребят.
Но они по ней должны медленно идти, очень медленно. Ладно, граблю он. Пускай звезданет граблю. Я сейчас, ребята, солнышек наберу. Побольше. Иди отсюда гуляй, Вася, как говорится. Ага. Блин, ну горохострел, это несерьезно. Они издеваются, да? Они со всех этих поперли. Я не туда поставил. Я не туда поставил. Тихо. Мелкий зомбарь. Давай, сноси ему бошку. Хорош. Слушай, ну мелкий даже его деревья как-то быстро двигается, если честно. Слушай, у нас орех был, есть. Ай! Смотри, что... А он справится, мелкий-то этот? Он справится, справился. Ну, если что, мы можем комитеты, конечно, активировать, ребят, ну. Да дайте мне еще два солнца, ну. Не дают. Не дают. Дали. Блин, ребят, активируйте или нет? Придется, наверное, активировать. Виноградина вовремя. Блин, надо было тогда мне карамельки-то не тратить. Надо было карамельки не тратить, ребят. Ну, еще солнышко-то мне дадите одно. Блин, ну там дофига их идет что-то, ребят. Ой-ой-ой, как много. И там, и тут. Тут-то надо прикрываться нам. А мы же можем с тобой, по-моему... Оу, щит! Да как... Или справится он? Я думал, все, хана сейчас. Но мы справились, друзья мои. Мы справились. Что-то нам ланчбоксов сегодня прям как манна небесная падает и падает. Ну, и мы сейчас зайдем с тобой на полянку или нам что надо? Так. А, ну этот, как всегда, всасывает эту газ этот. Да, уж поплохело, бедолаги. Дэйв такой... Какого лешего он делает в его кресле, да, типа? Пожалуйста.
Опять зомбус со своими какими-то там. Ты, он спит, ребят. Да, тут приводить в порядок дофига чего надо. А это что такое у нас? О! Ну что, ребятушки, давайте, наверное, на сегодня мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!